Для тех, кто не хочет потерять нас из виду, в описании под видео я, как обычно, разместил ссылки на наши каналы в Дзен и Рутуб. Заходите, подписывайтесь. Здравствуйте всем! Сегодня я вам покажу ремонт головки грузового автомобиля Mercedes. Двигатель ОМ-401, 2, 421, 441, 42. Привезли к нам всего лишь одну головку этого двигателя. Ничего, кроме двух проблем, клиент не хочет делать. А проблемы у него такого плана. Кто-то ставил форсунку или не ставил, не знаю, что он делал, но травмировал дно шахты. Как я понимаю со слов клиента, шайба не спасает положение и требуется править дно. Другая проблема этой же головки – это прогоревший клапан горного тормоза. И если честно, то такое я вижу впервые. Очень сильно и красиво он прогорел. Посмотрим на седло, какой прогар там. А здесь прогар достаточно существенный. Вот как восстановить здесь седло, даже теряюсь в догадках. Делать место под седло, точить и ставить новое, а как потом нарезать там фаску? Но клиент ход мыслей остановил одним махом. Мне сказал он, этот клапан и даром не нужен. Типа заварите или еще как-то заделайте отверстие. Но раз такое дело, то нет ничего проще, чем просто-напросто вытащить туда алюминиевую пробку и законопатить все это дело. Что, собственно, мы и сделали. Токарь снял замер, вытащил пробку, и мы туда ее вогнали при помощи русских молотка, матюка, но правда без алкоголя. Да, получилось, конечно же, не совсем по-русски, но что-то да вышло. С обратной стороны это выглядит вот как-то так. Теперь нам требуется поправить посадочное место форсунки. Для этого расточник делает фрезу из сверла. То есть сперва он набирает конус, выравнивает сверло вот на таком вот приспособлении. Затем он делает режущие грани на вновь испеченной фрезе. Ну а далее Виталий выставляет головку на глобусном столе. Выравнивает горизонт по плоскости дна шахты, затем заряжает фрезу и правит дно. Вот такое короткое нынче у нас вышло видео. А по итогу работы расточник снял 19 суток, ну, округлим, скажем так, 2 десятки. Больше по этой головке от нас ничего не требовалось, а значит на этом и все. А вы оставляйте комментарии, задавайте вопросы, кидайте донат, ответим. И без аварийных вам поездок.